Внимание! Карина, заходи! Привет! Привет! Она настоящая! Такая же настоящая, как я. Правда, Карина? Да. Стоп! Снято! Молодцы! Наконец-то у нас съемки в телекомпании. А что здесь самое главное? Самое главное? Даже не знаю. Наверное, новости. Да, новости. Людям ведь интересно узнать, что происходит в городе, в стране, в мире. Здесь снимаются новости. А вот интересно, как диктор так много запоминает и не сбивается? Он не запоминает, а читает текст на суфлёре, который прикреплен к камере. А чтобы показать какое-нибудь событие, его нужно сначала снять. Для этого есть видеооператор. Он ездит с журналистом на место события и снимает все происходящее. Значит, оператор самый главный? Может, и не самый главный, но зато самый нужный. Без его картинки нет телевидения. Все понятно. Хочу быть оператором. А почему тут зеленая стена? Это не просто стена, Богдан. Это фон, на котором снимают людей в разных программах. А потом этот фон заменяют на компьютере на любую нужную картинку. Я не понял. Ну, например, тебя снимут здесь, а вместо зеленого фона поставят картинку Москвы. Зрители будут смотреть и думать, что ты ведешь программу из Москвы. Я из Москвы? Классно! А чтобы программа попала в телек, нужен монтаж. А что такое монтаж? Монтаж, ну как сказать, это сборка снятых кадров. На монтаже вырезаются паузы, неудачные дубли, а потом все собирается в программу по сценарию. И все это делает режиссер монтажа. Еще программе нужно звуковое оформление, музыка, спецэффекты. Этим всем занимается звукорежиссер. Везде они режиссеры. А как ты думаешь, звук дело непростое? Звукорежиссер должен чувствовать музыку, чтобы подложить именно ту, которая подходит. И звуковые спецэффекты подобрать подходящие. Когда все готово, можно показывать. Подожди, Богдан, не так сразу. А что еще? Еще есть контроль. Ну, как в школе учитель, проверяет наши работы. Также и тут программу просматривают, чтобы в ней не было ошибок. Здесь, можно сказать, находится сердце телекомпании. Это аппаратное. А почему так много телеков? Это не просто телеки, это мониторы. Инженер по ним следит за работой аппаратной. Именно отсюда телепрограмма выходит в эфир. Да, тут интересно. А где чудеса? Тебе нужны чудеса? Хорошо, смотри, чудеса телевидения. Карина, заходи. Привет. Привет. Ничего себе. Глазам своим не верю. Она настоящая. Такая же настоящая, как я. Правда, Карина? Да. Не может быть. Это надо заснять. Сними, сними. Только резкость не звук навести. Ты кто? Ты что, себя не узнаешь? Как это возможно? Я разговариваю сам с собой? С ума сойти. Да ладно, не переживай ты так. Это ж телевидение. Здесь все возможно. Сейчас будет еще интереснее. Идите все сюда. И вы идите сюда. И вы сюда. Привет. Привет.
Давайте, крикнем все дружно. Пока, а я вас сниму. Пока!